Всем сталкерам большой привет. Так, я на Скадовске. Продолжаем проходить сталкер Зов Припяти. Сейчас нужно... Здравствуй, сталкер! Привет-привет. Сбегать к портовым кранам. Разобраться, что за наезды такие. Так, сначала надо... экипироваться. Зарядить дробовик. Починить я его так и не смог, не хватило у меня денег. Ну, сейчас разберемся. Ё. Да что такое? Опять собаки. Ну где? Ладно, фиг с ним, с этими собаками. Цель-то моя не собаки все-таки. Мне надо портовым краном. Все бегает за мной, никак не успокоится. Все или еще будет. Пойти сталкерам помочь. Ну, сталкеры, смотрю, сами справились. Тихо. Еще немного подождем. Да, подождите. Так, вон портовые краны, но я сталкер уже. Так сказать, стреляный. Я туда не пойду. Мы издалека бандосов завалим, правильно? Разговаривать они все равно с нами не будут. Сейчас я их быстро звалю. По крайней мере, постараюсь. Так, где еще? А, вот. Так, найти корягу. Ну, корягу мы, скорее всего, найдем, только чуть попозже. Да где же ты прячешься-то? Надо поближе все-таки подойти, это слишком далеко. Основных-то... А вот можно здесь спрятаться. О, какие... Так. Раненый, ну давай добью его, что он будет мучиться. Где-то еще должен быть. Ладно. Этого я завалю, если он тут появится. Да, где-то тут один шарится. Ну, давай, вылазь уже. Где ты есть-то? Готов. Так, соберем у них все, что есть. У этого сталкера должен КПК быть. Да, вот КПК. Так, нужно остальных сталкеров побрать, особенно вот этих, которые в плаще. Плащи, они модные. Соответственно, у них оружие более-менее нормальное, а у этого беспонтовое какое-то оружие. Снаряга тоже. Ну ладно, все, что мог, собрал. Тут еще где-то один должен валяться. А, вот он. Собаки. Ну вот, с этого хоть аптечку поимел, и то неплохо. Сейчас продам, буду надеяться, мне денег хватит. Чё они за мной бегают, как привязанные? Мне нужен дробовик починить. Все, в принципе, у меня тут все так есть. И оружие, и патроны. Починиться нужно. В общем, с корягой я разберусь попозже. Он умотал отсюда, его здесь нету. Так, что тут у нас? Ну, иди сюда. Ну и ты беги, тоже тебя завалю. Корягу убежал на окрестности Юпитера, все это прекрасно знают, я об этом тоже в курсе. Поэтому... Ой, да ё, что ты сегодня... Мутантов тут прям немерено. Да ё-моё, плотей тут развелось. Патроны кончились. А моё ножиком? Ножиком тоже можно. Так... Да, все, я спрятал оружие, не парься. Заходим в Скадовск.
Как говорится, добро пожаловать на борт нашего... Да чё ты топчешься, если... Так, думаю, тебя заинтересует КПК одного из людей Султана. Ну, как обычно, 1000 он дает за КПК. Так, что тут продать можно? Блин, все оружие фиговое, сломанное. Особо ничего не продашь, разве что. Да, вот так по мелочи. Это плохо. Давай хотя бы их разрядим. А бандосы вечно нищеброды, ничего у них путевого нету. Продам хотя бы патроны. Что тут можно продать? Ну, не хватает мне все равно на починку. Починить нужно срочно отбойник, потому что он вообще убитый в хлам. Так, ладно. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Че мне тут-то? А, только давай тут сейчас оружие скину. Слушаю. Кому надо, подберет. Так, ладно. Прикупить что-нибудь? Да, наверное, аптека. Конечно, нужно починить оружие, но аптеки тоже важны. Так, Геркулес у меня есть, давай еще и вот этого прикупим. Как раз у меня все деньги ушли. Ладно. Да, прощай. Нужно собирать артефакты, я так думаю. Ну, а почему бы и нет? Так, бронебойные. Блин, 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 денег прям вообще не хватает. Ну-ка, нужно поспать немножко, я так думаю. До 7 утра. Так, в зоне произошел выброс. Это нам на руку. Руки в ноги и вперед за артефактами. Мне надо-то немножко. 4 артефакта хватит. Так, но у меня нет патронов. Да, у меня нет патронов на мой дробовик. И, соответственно, он тоже убитый у меня в хлам. Ну ладно, пусть он будет со мной. Починим. Сейчас насобираю артефактов и починю его. Ну, буду надеяться, конечно, на это. Так, что тут у нас? Проверим, проверим. С артефактами у нас... Ах, пусто, пусто, пусто. Как все плохо. И тут-то пусто. Ладно. Да ё-моё. Перепрыгиваем отсюда, в общем. Посмотрим, что здесь у нас. Чё я стою, ждут. Действительно. Есть артефакт. Это хорошо. Ну где ты? А, вот он прыгает. Мамины бусы. Ну, неплохо. Так. Успею? Да, успею. Так, тут сталкеры отстреливаются. Опа. С кем? А, зомбаки. Сталкеры живые? Ко мне! Ко мне! Так, этот готов. А этот живой еще. Держи, аптеку. Спасибо тебе. Да не за что. Хабар мой. А правда, у них фигня, наверное, какая-нибудь. Да не, аптека. Аптека уже неплохо. Так, посмотрим, что у нас с оружием. Выкидываем беспонтовый. Так, тут два деления. Может, нормальный. Так, этот выкидываем. Этот. Пистолеты можно все выкидывать. Таскаться только. Так, все, брат. Давай дальше сам. А куда я бегу? Действительно. Снорки там прыгают. Бегу я сейчас в железный лес. Соснодуб.
Так, собак бы как-нибудь обойти, но не получится, поэтому придется их пристрелить. Да, прибой вообще бомбовская штука. После того, как я его прокачаю, вообще будет классно. Просто супер оружие. Самое лучшее, которое тут есть. Ну, на мой взгляд. Так, что тут у нас? Так, так, так. Антидот, это химзащита, да. Пользуем антидот. И можно спокойно пробежаться по соснодубу. Ну, что-то тут пусто. Да, 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 пусто. Так, кто там, зомби? Необычные сталкеры. Да, плохо. Ничего тут нет, соснодуби. Пойду в железный лес сбегаю. Может быть, там повезет. Мне хотя бы еще 2-3 артефакта, и будет все в шоколаде. Дробовик починить, патроны прикупить. И вперед можно исследовать зону. Так, по краешку. Не хочу я связываться с полтергейстом. Геморрой еще тот. Только патроны тратить. Поэтому постараюсь, чтобы он меня не заметил, по краешку оббежать, если получится. Ну, конечно, если тут что-то будет. А нет, есть. Отлично. Аккуратно, аккуратно проходим все аномалии. Так, тут вроде спокойно. Так, 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 так. Сюда. Ну, давай, появляйся, артефакт. Зараза, отпрыгнул. Аномалия разрядилась, артефакт отпрыгнул. Ой-ё. Ой-ё. Да, всё-таки завалил меня аномалия. Эх, не повезло-то как. Так, вот я опять возродился. Так, давай в этот раз сталкер поаккуратнее. Зараза. Ну, появляйся, что ли. Надо с другой стороны зайти. Ну, тут проход есть. Ну, давай, 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 давай. Есть. Вот он, красавчик. Хороший артефакт. Так, теперь надо назад выйти. Больше тут, я посмотрю, нет ничего, да? Ну, назад тут не проблема. Вау, полтергейст. Валим отсюда нафиг. Не хочу с ним связываться. Лишний геморрой мне он не нужен. Своего хватает. Ха-ха. Так, ладно. В аномалию коготь? Да. Рвем когти в аномалию коготь. Так, а что это за артефакт? Лунный свет, кажется, если я не ошибаюсь. Да, лунный свет. А чего он защищает у нас? Пси-защита. Так, а это у нас заживление ран. А вот, кстати, можно повесить на пояс. Пусть раны заживают. Понемногу, так сказать. Так, здесь мы заправку огибаем с этой стороны. Она нам не интересна. Бандосы? Не будем их трогать. Повезло вам, чуваки. Я сегодня добрый. Так. Мутанты, нужно поаккуратнее быть. Там сталкеры, я смотрю, с ними воюют. А чё я бегаю без этого? Ну-ка, давай сожру. Действительно, поставлю в ячейку быстрого доступа. Энергетик. Вечно бегаю, задыхаюсь, бегаю, задыхаюсь. Ну, чё за фигня? Так, отлично. О, отличный артефакт. Он защищает от радиации. Это который у меня есть. А, нет. Это похожий. Это покруче. Радиация минус 3.
А тут радиация минус 2. Отлично. Ставим вот так вот. Это у нас артефакт выверт. Супер просто. Вот. Уже два артефакта у меня, которые защищают от радиации. Я могу, в принципе, их оба ставить. Так, сталкеры дружественные. Смотрю. Давай-ка. Бандосов обыщем. Расслабься ты. Все там будем. Тихо. Еще немного подождем. Да. Как он интересно держит дробовик. Вау. Ну что, подождем еще? Для гарантии. Вы кексы крутые. Все, мужики. Отбой. Отбой. Че тут? Калаш. Блин, ну калаш вроде нормальный. Так, это выкидываем. Выкидываем нафиг. Так, пистолет нормальный. Калаш, нет, калаш уже не починится. А вот пистолет нормальный. Так, ладно. Мне нужны еще артефакты. Артефакты нужны. Кто же с этим будет спорить? Так, куда сбегать? Можно по дороге сбегать в топь. А действительно, а почему бы и нет? Ну, только мы пойдем со сталкером. Нет, так, разговор. А вот так вот. Так, чем сейчас занимаешься? Так, мне нужно... Так, а это куда? Да, лесопилка. Туда идем. У меня столько нету. Вот, так давай я у тебя продам что-нибудь тебе. К примеру, гранаты. Так, чем занимаешься? Мне нужно в одно место. Лесопилка. Да, лесопилка. Пойдем. Переходим на лесопилку. Ну вот. Отлично. В кого ты стреляешь? Так, ладно, сталкер, это ваши войны. С бандосами, что ли? А, да, с бандосами. А, не, не с бандосами. С этими уродами. Зомби. Ко мне. Ко мне. Сейчас помогу, сталкер. Зомби добью. Где ты тут ноешь? А, ко вот. Мне. Держи аптеку, брат. Спасибо, мужик. Да не за что. Посмотрим, что у этих зомби есть. Фигня, короче, полная. Дробовик. Ну, дробовик, могут быть патроны. Патрон что-то нет, нифига. Так, у этого мужик, чего ж там у тебя? Кто там еще ноет? Кто-то в кустах. А, да, вот сталкер. Держи аптеку. Слушай, ну, я... Нет слов. Нет слов. Одни анализы. Так. Ну, посмотрим, что здесь есть. Будем надеяться, повезет. Что-нибудь путевое тут раздобуду. Так, посмотрим. Давай-ка в эту сторону. А, чё ж я не принял? Давай-ка я таблетками закинусь. Вот так вот. Так, чё-то пусто. А, нет, не пусто. Вот есть. Так, где был? Только что был, пропал. Ё-моё. А, вот. Ах, ё, туда идти прям. А, где-то вот здесь. А, вот, все вижу. Ну, появляйся, где ты? Все. Поднял. Ну, все, неплохой артефакт я. Поднял, можно уже валить отсюда. Тут уже ничего интересного. Да. Теперь надо добежать до сталкеров, которые там остались у меня. И с ними пойду, наверное. Так, где они? Да вот тут, наверное, около костра сидят. У меня уже все. Компес уже дырявый, иконка появилась дырявости. Так, а сталкеры, сталкеры, стоять. Хотя я могу и пешком добежать. Но с другой стороны, зачем пешком, когда можно с ними? Оружие опусти, мужик. Так.
Да, где мы еще не были? Скотов, цирк, цирк. Аномалия, котел? Так, нет, я тут был. Тогда на Скадовск. Пошли на Скадовск. Слушаю тебя. Ну вот мы и дома, можно так сказать. Просто супер. Ну что, посмотрим, сколько мы заработали? Ну, здорово. Так, артефакты на заказ. Глаз, золотая рыбка и пламя. Ну, здесь их нету. Ну, в основном они тут редко бывают. Продаем, значит. Что мы можем продать? Этот артефакт. 13 тысяч. Так, это радиация. Ну, второй артефакт нам не нужен. Продаем его. 16 800. Можно колбасу продать еще. Водяру продать. И хлеб. Продаем. Так. Ну и прикупим себе, наверное, энергетика, чтобы быстрее бегать. Все, отлично. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Ну что, есть? Есть. Покупай. Детекторы всякие разные. Патроны, пистолеты. Гранаты две штуки оставим. Да, не густо. Давай, давай, не задерживайся. Что там, ранение, облучился? Да, немножко есть и ранение, и облучился. Купим у тебя аптек. Бинты не нужны, аптеки есть, антирад есть. Вот разве что вот этого. Добра, все. Да-да, прощай, прощай. Прощай. Так, водяра у меня есть? Нет, водяры нету. Пойду водяру куплю. Ты, я ее только что продал, ну да ладно. Это не проблема, водки тут хоть залейся. Два пузыря, больше и не надо. Идем к Ордану, посмотрим, что он нам сделает за два пузыря. А нам нужно сначала все починить. Ну, чтобы руки не дрожали. И потом модернизировать. Модернизировать мы будем... Ну, всего понемножку. Держи вторую бутылку. Ну, это давай, чтобы работа, чтобы спорилась. Работа спорилась. Правильно. Работа будет спориться. Так, ремонт, модификация. Ну, для начала, конечно, ремонт. Сколько? Да, многовато. Но без ремонта никуда. Так, отдача минус 10 ставим. Ставим минус 10 отдача. Надежность плюс 10 ставим. Ставим. Отдача минус 10. А, это уже установлено. А тут нужно инструменты для тонкой работы. Ну ничего, добудем. Тут-то все модернизировано, потому что у нас изначально был он крутой. И этот тоже. Так, что у нас тут-то? Отдача минус 10 ставим. Ставим. Настильность обязательно. И надежность. Вот, с инструментами для грубой работы можно сделать только первый, так сказать. Первую колонку модернизации. Вторая, третья. Еще будет. Ну вот все, у меня осталось 5000. Я могу купить патрон. Я модернизировал, что только мог. Ну что, идем на охоту? Да, теперь идем за наемниками охотиться. Но для начала нужно купить... Патронов купить надо. Так, это мало. Мне же нужно еще дробовик зарядить. Так, этого мало, мало, мало. Но у меня, в принципе, денег 1500 осталось. Ну, я буду аккуратно. Да. Хотя, подожди. Че аккуратно-то? Для начала нужно помочь Бороде разобраться с бандитами. Да, начнем с этого. Так, я помогу разобраться с бандитами. До встречи. Пойдем.
Но это, кажется, ночью надо, если я не ошибаюсь. Или можно днем. А я вот точно не помню. Так, идем к лесничеству. Супер. У меня модернизированная винтовка. Прокачанный дробовик. Немножко, но уже хорошо. Бандосы сидят. Ну пусть сидят, они мне не нужны. Так, вот лесничество. Идем посмотрим. Я вот не помню, там только ночью или днем тоже можно. Сейчас посмотрим. Днем, конечно, будет получше. Так. Молодец, что пришел. Мы хотим тихо подкрасться к бандюкам и узнать, о чем они говорят. А дальше будет видно. Я понял. Не попадайся им на глаза! Да, отлично. Эту операцию мы проворачиваем и днем. Последние разы, когда я играл, проходил Stalkers of Pripyat, почему-то у меня постоянно получалось ночью. Ну, ночью тоже, конечно, интересно, но плохо видно. А ПНВ у меня пока еще нету. Так, ладно. Короче, артефактов малеха есть, таких еще притаранить можно. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у Долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. А, ну теперь все ясно. Валим их! Особо можно не высовываться. На, сука! Блин, мне сталкер помешал. Так. Получи, гад! Тут типа надо завалить с этим. В экзе бегает. Самый умный тип. Но ничего, сейчас мы его быстро. Главное его найти. Ну, покажись. А, вот он. Ну, покажись еще. Зараза. Остальных сталкеров... Видали, как я его? Вернее, бандосов. Завалит сталкеры. А вот этого хотелось бы мне завалить. Лады, я... Готов. Все, вроде зачистили. Да, зачистили местность. Отлично. Помогите! Нашего завалили! Так, ну чё? Отлично. У него, кстати, калаш неплохой. С подствольником. Ну, мне он не нужен. Обычно я валил его. Сейчас ты труп, мужик! Нужен. Так, кто там еще ходит, что ли, кто-то? Прикрывай, я пошел! Ладно, сами разберутся. А тут-то хабара у всех полно прям. Надо Геркулес выпить. Да, хабара тут нормально прям. Как говорится, шпалеры и снаряга. Тут всего в достатке. Так, пойдем дальше, тут еще должны быть. Кто там плачет? Сюда, сюда, сейчас подойду, если ты... Вольный сталкер, я тебе помогу. А, да. Эй! Держи аптечку. Спасибо, мужик. Да на здоровье. Так, этих двоих я снял, точно помню. Получай гранату. Так, у меня перегруз прям жесткий. Кого-то они там еще стреляют. Сейчас выкидываем все, что ненужное. Все, что сломанное. Помоги огнем! Да, тут все сломанное, что-то не особо круто. Ну да ладно. Не расходиться, ждем. Аптек патронов этого добра я нормально надыбал. Еще немного подождем. Все, мужики, отбой. В общем, все оружие скидываем. Нафиг оно мне не нужно. Нормалек. Деньги получил, задание выполнил.
Кого вы там гасили-то, я не понял. Нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Так, ну тут сталкер на втором этаже. Так, 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 так. Все, можно отсюда сваливать. Тут больше ничего интересного нету. Только вот зайти посмотреть тайничок. Так, тайничок на втором этаже, если не ошибаюсь. Тут, кстати, кровосос может быть. Да, тайник где-то вот здесь. Да, не густо, но зато все новое. А, бандосы. Ну ладно, сталкер, вы тут с ними справитесь, я думаю. Да, справитесь, никуда не денетесь. Ну что, пойду сбегаю к бороде, скажу, что все, я помог сталкерам. Все чики-пуки, у нас все в порядке. Я не помню, может быть, он мне тоже денег даст. А почему бы и нет? Прикуплю еще патрон, и можно идти наемников валить. Танте, это я тут постарался. Будь добр. Брось шушку. Спрятал. Так, все, подходим к бороде. Ну, здорово. Я сорвал бандитам сделку с оружием. Отлично. 3500 еще. Супер. Так, что можно продать? Колбасу? Хлеб? Куда мне столько хлеба? Водку? Да, пока продаю. Найдешь артефакты? Найду, заглянуй, конечно. Посмотрим. Загляну. Так, что у нас? Да что ты топ? Думаю, тебя заинтересует КПК Моргана. О! 4000. Взяли задание бизнес с учеными принести Новикову 3 детектора Велес. Где искать, я знаю. Найдем. Дробовик. Продаю. Патроны к калашу. Продаю. Детекторы. Патроны к пистолетам. Пистолетам-пулеметам. Продаю. РГД. Продаю. Так, что мне нужно? Прикупить. Патронов. Я думаю, может, шлем купить. А что, шлем неплохой. Давай куплю его. Так, шлем куплю, ну, его нужно модернизировать, правильно? Иди, иди, нечего тебе тут делать. А, здорово, чувак. Чё тут у нас? БМВ первого поколения и химзащита и радиозащита. Так, а это тонкая работа. Так, ну а чё тут у нас? Пси-защита плюс 10, химзащита плюс 20... Химзащиту он дает. Химзащита мне особо не нужна. А тут радиозащита и химзащита. Ну, нормально. В общем, меняем шлем на противогаз. Шлем будет покруче. Внешний вид я, конечно, его не вижу, но... буду в шлеме бегать. А это продам. Так. Теперь мне нужны патроны. Кто не знает, как... много патронов получить сталкер. Ну, я думаю, это все, в принципе, знают. Во всех частях сталкера родного это работает. Делаем так. То есть подходим к продавцу. Патронов нету, да? Сохраняемся. Потом последнее сохранение. Да. Ну что, есть что-то новое? И, в общем, опять в это сохранение зашли. И теперь смотрим. У него появились и патроны, и все остальное. Ну, в общем, обновляется ассортимент, так сказать. Покупаем. Отлично. Потом опять. Сохранились. И нажимаем последнее сохранение. Да что ты топчешься, если есть... Вот. Еще раз смотрим.
Опять появились патроны. Так, на дробовик мне столько не надо. Мне 130 за глаза хватит. Шлем опять появится. Ну, в общем, таким макаром можно купить сколько хочешь себе патронов. Вот и все. Это не баг, это, можно сказать, такая фича в игре. То есть после сохранения, когда ты загружаешь новую игру, соответственно, обновляется ассортимент. И если каждый раз сохранять, перезаходить, то можно кучу патронов. С этим вообще вопросов нет. Были бы деньги. Давай, не задерживайся. Даю. Только так, не сейчас. Тут аналогично. Также можно каждый раз покупать аптеки и все остальное. Так, чего у нас? Этого полно. Антирада полно. Не хватает денег. Да нам и не надо, если честно, больше. Так, да, ладно, прощай. Сталкеры, на этом я с вами попрощаюсь. Мне нужно отдохнуть. А потом пойдем наемника валить. Здравствуй. Здравствуй, прощай. Ну, в общем, сталкеры, до встречи. Увидимся в зоне. Пока.